Ребят, всем огромный-огромный привет! Я жду своих малышей, они едут уже в дороге, скоро приедут. Мне уже привезли торт, шарики утром привезли, 24 шарика у нас. Сейчас покажу вам. Подарки уже все Санечки выставила. Все, короче, навела красоту, к празднику подготовилась. Заказала китайскую кухню, в 3 часа привезут. Пиццу ребята по дороге заберут горячую, потому что дети навряд ли будут китайскую кухню. Ну, я еще пюре сварю, колбаску пожарю, чтобы хотя бы для детей что-то такое было. Пицца у них будет, много сладостей, очень красивый вкусный торт, сейчас я вам покажу. Вот, а ребята едут в дороге, я уже жду, не могу. Санечка капризничает целое утро уже к маме. Короче, капризничает. Мама, я тоже очень скучаю, нервничаю. Пойду сейчас в магазин еще, мне нужно купить молоко. Пюре, чтобы потом сделать. И свечки. Я думала почему-то, что на торт она сделает свечки. Ну, ничего страшного. Я сейчас пойду еще свечки. Возьму обязательно 3 свечки. У меня есть такая, которая там... Как же она называется? Скажите мне. Как фейерверк такая свечка. Взяла я. Римская свеча. Но нужно еще такие 3 свечечки Саше поставить, чтобы он задул, желание загадал. Сейчас я вам тортик покажу. Очень красивый. А как он вкусно пахнет. Я уже хочу его съесть. Попробую. Разрежу обязательно, покажу, как он в разрезе смотрится. Заказываю я уже не первый раз у этой девушки. Безумно вкусные пирожные, крем. Ой, прям вообще. Сегодня тортик попробуем. Сейчас вам немножко покажу, как комнату украсила. И побегу опять в магазин. Ну и, конечно, все буду снимать. Все-все вам покажу. Поэтому еще увидимся. Вот Санечкины подарочки уже ждут его. Гирлянду повесила. Шарики он его... И, конечно же, торт. Посмотрите, какая красота. И торт какой прикольный. Его любимый Буба. Вот он. Такой вот. Красиво очень. Все съедобное. Ой, Санечка будет радостный. Сейчас пойду свечку еще возьму. Как он вкусно пахнет, этот тортик. Вообще капец. Такое бархатное какое-то покрытие. Классное. Все, свечки поставила. Хорошо, что в магазине были свечки. Вот 3 свечечки. Жду Санечку. 70 километров им осталось ехать. Ура! Ну все, ребят, все подготовила. Скатерть застелила. Жду уже, когда привезут вкусняшки. И, конечно же, мои малыши уже прям вот-вот скоро будут. Сейчас ставлю пюрешку варить. И будем праздновать. Я такая радостная. Капец, ребят. И вам желаю море-море позитива и добра. Всего самого хорошего. Всех обожаю. Всем спасибо за поддержку. Я прям вообще сердечко. Вот они, мои пирожочки, приехали. Ура! Что-то грустный. Где мой пирожок? Приветочка моя! Тяжело же, Саша. Заяц, Брум? Там. Кашкучёва. Молодец. Как название? Сити гараж. У нас все с гаражом связано. Поэтому нам квартира не нужна, нам гараж. Юра. Саша уже зубы сверлит. Или чего сверлишь? Ну, все, порядки навели. Вы вчера солянку ели. Папа! Да-да-да. Вот. Сейчас. Вот. Да? Мы уже машинки уже поехали. Пить? Ух ты! Уже машинки поехали. Похлопай давай, хлопай.
Мама, вызывай давай. Желание, подожди, не задувай. Желание загадай и вместе задуем, давай. Загадал желание? Задувай. Молодец! Ура! Кума! Ура! С днем рождения, Санечка! Ты силой! Все равно мне надо Санечка. Ура! Ура! Это Саша, это же Саша. Ее задувать не надо. Она горячо. Помахай ручкой, Саша. Помахай ручкой. Она горячо, Саша. Давайте я вам тортик. Да. Сашуля, Сашуля, иди мороженое это. Тортик. Забыл. А, тебе вот виночку надо. Мама, у нас тоже чего-то. Виночку. Сейчас мама принесу. Ты вообще ему такой, делай. Кому следующий кусок? Я. Давай нам часок или что? Я. Надо есть, если что-то ты... Кому следующий? Я. Ну давай, это тебе. Дедушка, дай нам еще тарелку. Это тебе, Саша. Буба. Давай, Буба просто. Ох, я Буба. На Буба делай. Ой, что-то я обдышалась. Бабушка, вы следующая? Можно так? Ну не вот это. Валя, будет? На, пап, я только. Да. Чуть, Валя, мы так не договаривались. Юра, ты чай? Да. А Юра, может, кушать еще будет? Нет, все. Не забудь с друзьями поделиться. Оп. Вкусно? Да. Да? Юра, тебе кусочек. А, пап. Да. Мама. Где баба? Холодный чай или горячий? Такой нормальный. Для этих фирм что-то подсказать нужно? Микрофон. Он лего. Да? Ты лего там покупаешь? Нет. Ты свинюха. Он другой ходит. Слушай, а как? Там. Снять, да?